Начнем ездить, как в Европе. Представители МВД опубликовали проект закона, согласно которому движение по круговому перекрестку всегда считается приоритетным. Подобные нововведения, комментируют разработчики, направлены на улучшение пропускной способности дорог и сокращение пробок. Сейчас же находящийся на перекрестке водитель пользуется преимуществом перед въезжающими туда машинами только при наличии знака «круговое движение» в сочетании со знаком «уступите дорогу» или «движение без остановки запрещено». В Саратове несколько таких перекрестков, на Третьей Дачной, на Вольском тракте и у аэропорта. В Энгельсе же, напротив, все кольца главные. Мы решили выяснить у саратовских водителей, насколько подобные поправки в ПДД упростят им жизнь. Я иногда бывает путаюсь, вот так приезжаешь, знаки не замечаешь, и все, и может быть авария вполне. Поэтому я за то, чтобы кольца были главные. Много аварий из-за этого получается, из-за неразберихи. Где уступить, где не уступить, потому что, ну, не все внимание обращают на знаки. А, правильно. Пробок не будет. Пробок не будет. Вроде, наверное, должен быть стандарт единый. Именно, допустим, если там какая-нибудь объездная дорога, там с трассы едешь, если по трассе, то там должна быть главная дорога. Сейчас проект поправок находится на стадии публичного обсуждения. Свое мнение может высказать каждый водитель на сайте право.gov.ru. Когда нововведение вступит в силу, пока не сообщается.